связи с ухудшением погодных условий в столице республики ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. В ведомстве напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и быть крайне внимательными и осторожными. С последствиями непогоды на дорогах республики сегодня боролись более 200 единиц спецтехники. На федеральных и региональных трассах рассыпано почти 3000 тонн противогололедных материалов. По сообщению Министерства транспорта, в рейсы не вышли более 80 междугородних автобусов. Аэропорты республики работают в штатном режиме. Камская транспортная прокуратура требует от владельца убрать теплоход «Аякс», который стоит на Каме неподалеку от поселка Челный Яр. Напомню, в феврале этого года на сухогрузе произошел пожар. Судну не обеспечена охрана. Находится оно после возгорания в ненадлежащем техническом состоянии. И по сообщению прокуратуры, может нести угрозу для граждан и экологии. Турнир по боксу между командами Татарстана и Луганской Народной Республики пройдет в Челнах. Соревнования посвящены памяти основателя и первого директора компании «Евростиль» Эльмира Гайсина. Пройдет матч 22 апреля в клубе «Единоборств» в 9-м комплексе Нового города.